Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы здесь с тобой продолжаем играть в GTA-шечку 5. У нас Тревор, да, или как он тут? Ни хрена у него здесь патронов, штурмовые винтовки. Офигеть у него здесь. Охренеть у него здесь пушек, короче говоря, да? Так, ладно. А, можно вот так выбирать. А может, по-моему, вот так, да? Угу. Да, можно просто вот так вот. Так, короче, мы с тобой едем на точку С, да, получается. Сюда. Точку С, там что-то с китайцами надо обсудить. С нашими, в кавычках, партнерами, да? Вам новинку мачете. Мачете, ребят. Нужно использовать. Так, а нам как лучше? А нам лучше так. Как есть, ребят, лучше так и ехать. Ну, поехали. Доедем. Выполню сейчас, я думаю, пару-тройку заданий. Эти вот знаки вопроса, ребят, выполнять не хочу. Это просто какие-то доп. Задания там где-то чисто поприкалываться, еще что-то. Я хочу чисто, ребят, сюжет только пройти, признаюсь честно, как бы. Вот. Да, если тут не знает, я не являюсь фанатом GTA 5. Диким фанатом. Я просто давнюю играл, играю. Фанатом, который там все знает миссии, то все, я не являюсь. Снайперскую винтовку со скользящим затвором. В Умунейшене не появилась. А у меня, кстати говоря, пол ХП. Я вот только сейчас заметил. Почему нам после миссии не восстановили ХП? Я что-то не понял. Ладно, пойдемте пообщаемся. Вы устряли тупа безмозглая деревенщина. Это ты права. Чен, буквоед, давайте выйдем и обсудим условия. Джентльмены, по-моему, я сказал, что моя организация может заниматься большими партиями. Я сказал также, что моя организация надежный поставщик, так или нет? В общем, мы будем действовать вместе, а теперь угостить меня колесами. Боюсь, что мы хотим выбрать другое направление. Что? Мы хотим рассмотреть другие возможности. Это большой псих сумасшествие. Хочешь массаж? Заткнись! Наш босс, отец мистера Чена, желает большего. Мы хотим перевозить наркотики и, возможно, оружие. Это же цель моей жизни. Я же с детства об этом мечтал. Вы чё? Я всегда хотел быть международным наркодилером и дебилом. Ну, торговцем оружием, да. Ну вот я и умоляю вас, дайте мне шанс. Мне очень жаль. Тебе что, жаль? Я только что вам свою сраную душу открыл. А ты говоришь мне жаль? А с кем вы работаете? С кем? Я не могу вам сказать. А, нет, ты сможешь. Более того, ты должен. С кем? С кем ты работаешь? С братьями О'Нил. С братьями О'Нил? Да, издеваешься? Нет. Так вот, насчет братьев О'Нил. Мне тут сорока на хвосте принесла, что у них небольшие проблемки. Они срослись с черепами, и доктор что-то там, и пошли все в жопу, говорит, короче. Что-то они там срослись с черепами, и что-то все пошли в жопу. Так, я как понимаю, мы едем добраться до фермы братьев О'Нил. Понятно, мы едем братьям О'Нил мстить. Хорошо.
Неплохая у нас тачка как раз для таких разборок. Только, знаете, вот эта тачка мне некий кроссаут. Тревор Филлипс. Это утомил, твою мать. Сраный говнюк. Чтоб ты сдох. Тревор, это бизнес. Это обдолбанный кретин был моим клиентом. Это бизнес, кореш. Хочешь поговорить, мы все на ферме. Давай, тут все наши, говорит, подъезжай. Можно начинать выбирать эти имена, выбивать эти имена, имена на надгробиях, короче, и прочее, прочее. В общем, он в курсе, что мы к нему едем. Он в курсе, что мы едем. То есть, О'Нил в курсе. Сейчас будем наказывать, ребят. Так, мне надо будет взять оружие покрепче. Займи позицию на холме. Давай вот это. Пока это. Сейчас, может, снайперку возьмем, со снайперки отстреляем. Ага. Ну, сейчас со снайперки, да, отстреляю. 6-8 где-то, да, приблизительно я насчитал. Ну, здесь много. Здесь их много. Стреляют они хреново. Я только что говорил с этим психом Тревором, и он идет сюда. Живо дуйте в лабораторию и займите оборону. Надеюсь, эти идиоты его задержат. Давай. Пора на встречу с китайцами, говорит. Все? Цель закончена. Хорошая штука, да? Ребят, снайперская винтовка. ХПшки-то у меня нету, ребят. Печально. Стрелили мы много народу. Нам бы аптечку. Вон аптечка. Мигает, ребят. Как в старых играх, в добрых. Аптечки мигают. Это Тревор и его мать, Филлипс. Уходи по одному. Буду вас сейчас это... Собака сразу в спину заходит. Знаете, во что захотелось поиграть? В старенькую игру под названием SWAT. Спецназ. Собака. А я, кстати, аптечку, да, где-то взял. Так, я дошел. Чтобы лить бензин, возьмите канистру, удерживайте. Разлейте бензин дорожку, так что вела она от лаборатории наружу. Я понял. Нюхайте, говорит, теперь бензин. Не захотели, говорит, работать. Живут они, конечно, ребят. Ну так вот, на самом деле, в Америке, я уже говорил, вот так они в Америке и живут. Вот нам промыли мозги, то, что они там живут, знаете, хорошо. На самом деле, вот так и живут они все. Американцы.
У них это нормальный образ жизни считается. Ни хрена себе, извините, а канистра там насколько? Она бездонная. Ну, там явно не 20 литров, да, ребят? Обычно канистра на сколько? На 20 литров? Выстрелите в бензовую дорожку. Burn, you disrespectful pricks! Все, пошло гореть. Хорош. А что взорвалось там? Колоночки какие-нибудь? Отойдите подальше от фермы. Ты чё, дурак? Шлем чё? Выполнено. Ледяной лабиринт выполнили, ребята. Ледяной лабиринт. Так, пойдем сразу следующее делать. Тормозить не будем. Это что там такое? Что это горит? Дартс. Сами играйте в дартс. Я, ребят, прохожу чисто сюжет. Я уже говорил. Я никуда не буду. Никакие дома я покупать не буду. Ну, потому что зачем? Я же играю в однопользовательскую игру, да, типа. Когда я ее пройду, я все равно же тут не буду сидеть, фармить что-то. Это же не онлайн, это же не MMORPG, да? Мне не надо. Мы с тобой чисто сюжет проходим, я уже сказал. Продажа турбонаддув и шасси. А также броня, колеса. Кстати, вот не понимаю немножко смысл, зачем мне свою тачку еще вот делать. Ну, я могу, типа, да, свою тачку заапгрейдить, но в основном ты видишь то, что, вот, допустим, мы ездим на вообще других тачках, да, на каких-то левых. Нахрена мне тачка эта? Непонятно. Пойдем следующую миссию сделал. Кстати, этот есть у нас тут джип стоит. Ах ты собака, ты кто? Иди сюда. Ты ведь даже не прячешься. Ну что, дело сделано? Я старался, Тревор. Старался. Пойди сюда, ладно. Бить не буду. I've been trying. I know. Ты же сказал, что бить не будешь. А ты сказал, что найдешь гребаного Майкла Таунли. В Лос-Антосе два Майкла Таунли. Одному 83 года, а второй в детский сад ходит. Я попросил воспитательницу позвать его к телефону на всякий случай. Но она пригрозила, что вызовет полицию. Я же не педофил, Тревор. Да закрой рот уже. Есть что-то еще? Я посмотрел всю телефонную книгу и нашел какого-то Майкла де Санту. Возраст примерно тот же, жена, двое детей. Как зовут жену? Аманда? Аманда? Дебил, да ты гений. Давай, иди сюда. Никогда не скрывай от меня то, что я хочу узнать. Извини, Тревор. Рон, иди сюда. Бегом. Едем в Лос-Сантос. Правда? Нет, не ты, мы с Уэндом. А я? А ты исполнительный директор Тревор Филлипс Энтерпрайз. Найди нам какое-нибудь дело, чтобы бабок заурбить. И наведи тут порядок. Идем. Я сяду за руль. А если мне станет скучно, можешь мне передернуть. Шучу. Можешь мне... Я, ребят, буду поменьше читать вот эти оскорбления. Мы заедем за мороженым? Да, обязательно. Я не буду, ребята, эти оскорбления читать. Давайте вот эту точку возьмем. Почему? Потому что YouTube, ребят, не любит вот эти все оскорбления. Он блокирует. Все, что можно, все блокирует, ребят. Вот за это я немножко буду читать по-своему. По-своему. Поедем на крутой тачке. Эта тачка получше, да, и попрестижней.
Едем, короче, искать Майкла, нашего дружка. Пошел дождик. Едем в город. Кстати, вот хорошо, что я тачку взял с крыши. А, нет, мы не в город, я думаю, мы уже в город едем. Я специально тачку взял покруче, типа думал, мы в город уже едем. А мы куда едем? Опять что ли стреляться с кем-то? Опять тир. Ночь резко настала. Эти идиоты облажались, а все из-за льда. Братья, вы погибли, но вас не забудем. Мы найдем этого, говорит, ублюдка. А что надо делать? Опять стрелять, что ли? Разместить бомбу-липучку на трейлер. Типа я могу по-тихому, что ли? А мне надо обязательно по-тихому это делать. Блин, пистолет не хватает, ребят, с глушителем. Мне бы он сейчас действительно пригодился бы. Пистолетик бы с глушителем. Какой, вот этот вот или следующий? Кого-то пинают. А здесь, видимо, еще не просто так гром, видимо, да? Я могу, наверное, со снайперки их всех снимать, ребят. Наверное, могу. Наверное, не могу. Просто опять непонятно, стелс-миссия, не стелс-миссия. То есть нету... Нету описания. Давайте чисто попробуем его снять со снайперки. У нас с глушителем, да, кстати, наша снайперка-то с глушителем, ребята, я забыл. Так я могу тогда все чисто сделать. Да, я тогда могу все чистенько сделать. Я их не увидел. До этих двух чуваков. И вот это вот, видимо, да, где флаг висит. Видимо, именно его и надо.
Хотя я мог снайпер сейчас сразу двоих долбануть. Взорвите, прежде чем уехать из трейлерного парка. Хорошо, давайте взорвем, прежде чем уехать из трейлерного парка. Теперь мы до Лос-Анджелеса едем. Типа все, мы разобрались, да? Теперь едем в Лос-Анджелес. Такая стелс... Стелс-миссия такая получилась. Дорога скользко вылетела, бывает. Who's this? Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired-ass movie quotes? With my dead friend's alias? And my dead friend's family? And a house that must have been paid for with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real mindfuck. I'll show you a fucking mindfuck. I'm gonna stick my boy in your eye! It's gonna come out of your ear, huh? I didn't mean anything by that, P! Trevor! Охренеть, как машину носит. Сырому асфальту. Turn you into roadkill. Please, don't turn me into anything. I just want to be Wade. Are we nearly there yet? No, Wade. Are we nearly there? You keep this up, you're not gonna get there at all. Can you tell me a story? No, Wade. Let's play a game then. You know animal, mineral, or vegetable? I'll go first. Они там играют в какую-то игру. Я, ребят, не читаю, кому интересно, можете почитать. Или послушать. Sounds weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay. This boy, he had all the talent, charisma, and guile that a boy could have. But he didn't know what to do with it. He should become a baseball player. No, he shouldn't. Because he's not a fucking sellout idiot. Or hockey player. He did for a while. But his coach accidentally had a stick jammed up his ass. Right there, Los Santos, the end of the fucking earth. Oh, this is it. So, this is Los Santos. Практически, кстати, доехали уже. I always wanted to come here. But you got stuck in the desert. It's уже приближаемся. Best part of the state. А где мы здесь жить будем? Здесь, по-моему, кого-то что-то мы снимем, что ли, да? По-моему, тут квартиру или что-то в этом роде. Так, давай стол убери, чтобы это... Вот он, Лос-Сантос, ребят. So, Michael, this is where вот что значит, где воскресают убийцы. Почти 10 лет. Но есть еще день другой, ты... Ты-то уж всяко протянешь, обманщик хренов. Я в тебе скорбел. Ты даже не умер. Ты был моим лучшим другом. Ну ничего, скоро я приду и макну тебя мордой в унитаз, говнюк. Ну, за обман, да, видимо. Да, я бы такого друга, как Тревор, бы, ребят, не хотел бы, на самом деле. Доберитесь до квартиры кузена Уэйда.
Еще 3 километра. Ну, поехали. Я думаю, сейчас доберемся, наверное, там еще одно задание сможем выполнить. Триша? А, да. Где были мы? Right. So, this kid, he could fly planes. So, he signed up. Блин, машину, кстати, говорил, не очень. Вот это вот. Уедет как-то. Не очень. An evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him for life. That's terrible. It was. Sent him into a deep pit of doubt and despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool. What was the troll's name? Mike. Michelle. A lady troll? Знаете, мы миссии выполняем за буквально там пару минут, да? Но при этом едем от миссии до миссии очень долго. Нам едем так, чтобы не напрягать местное население, так сказать. For a while, until the troll met another troll in a strip club, and they fell in love. Oh! And he bought her a pair of fake troll tits, even bigger than his real tits, so she could make more money stripping. Maybe a little on the side with alcohol work. Я застрял, ребят, между двумя машинами. And then she pushed out a pair of little trolls, and the big bad troll under the bridge went soft. Hold on, what? So little Trevor made a new friend called Brad, and he was thinking about cutting Mike off. Oh, we're near Floyd's house. I'm seeing it on iPhone maps. I'll give you directions. I turned Все, right приехали. Here. It's straight here. This is the place, I think it is, at least. Floyd! Come up here, Trevor. Поднимайся, Тревор. Пойдемте поднимемся. А где тут подниматься-то у вас? А. No parking, no smoking. Floyd, it's me, Wade. Who? Me, Wade. Это я, Wade, твой кузен. Who? Кто? Твой кузен. Вот я приехал в гости. А теперь поднимайся с пола и иди налей нам выпить. А это ты? Я слыхал, ты там где-то... Не где-то, а здесь. Он будет... Курить, говорит, здесь. Здесь нельзя курить. Вот как. Это дом моей жены, она на бизнес-конференции. Вам нельзя здесь курить, оставаться тоже. Сколько времени прошло? Да, я тебя не видел с тех пор, как тебя застукали. Еще пусть докажут. Вам обоим лучше уйти. Моя девушка убьет меня, если узнает, что у меня были гости. Если она любит тебя, должна любить твою семью. Ты принесешь мне выпить или нет? Я по-хорошему попросил. Хорошо. Ну, у меня нет выпивки. Так иди в магазин, купи мне чего-нибудь. Ты с ним иди. О, господи, Тревор такой отвратный человек, вообще такой этот. Такие люди мне вообще не нравятся. Теперь вы можете использовать квартиру Флойда в качестве убежища. Здесь можно сохранить транспорт, средства, парк... выполнено воссоединение друзей. Как мне выйти-то отсюда? Так, воссоединение друзей. Да, я в курсе, да, спасибо. Вот почему не пропадает, пока нет. Теперь вы можете выбраться между, выбрать между Майклом, Франклином и Тревором. Я как бы могу к Майклу, да, поехать, я как понимаю. То есть есть задание доехать до Майкла, да, я могу, в принципе, переключиться. Ну, давайте переключимся на Майкла. Посмотрим, что у него там за задание. Может, у меня здесь есть какое-то задание интересное? Что это? Твое? Конечно нет. Это травка, что ли? В испорченных детей я могу винить только тебя. Ты или пьяный, или печально пялишься в облака. Или вообще черт знает, чем занимаешься. Конечно, я ужасно с тобой обошелся. Бессердечно увез из грязного трейлера и поселил в роскошном особняке, где у тебя только что и забор, что выбирать, какую часть тела тренировать. Откуда... Да пошел ты, говорит.
Я была верной женой, пока не поймала тебя со стриптизершей. И развелась бы с тобой, если бы могла. Ты грязный убийца. И похотливый лицемер. Спасибо, Майкл. Как там наш теперь фамилия? Тебе вновь удалось нарушить мое душевное равновесие. Моя йога в задницу ушла. Так вот, как это теперь называется? Срать я хотел на твою йогу. Кто сказал йога? Фабиан, дорогуша, привет. Ой, намасте, намасте. А вы, наверное, Майкл? А, намасте. Хреномасте. Майкл! Тебе надо укротить свой гнев, брат мой. Да неужели? А это ты, маленький говнюк. Это ищешь? Нет, не смешно. Ну ты и гад. Что бы там буркнул, мать твою? Умолкните оба, вы мешаете моей сраной йоге. Тот сказал, йога? А, то есть мне не надо ехать, он сам приехал сюда. Тревор? Тревор? Майкл. Майкл. То есть я мог сюда сам приехать с этим, а так он... Hey. Ты пыхнулся, что ли, я понимаю, сюда? Рад тебя видеть, приятель. Не сомневаюсь. Конечно, ведь я не воскрес. Здорово, а? Я оказался в неловком положении. С чего бы это? Конечно, ты заставил своего лучшего друга поверить в свою смерть, а вам смыться... А сам смылся с деньгами, чтобы поселиться в большом особняке. Действительно, неловкое положение. И все так просто. Да ну, может, просветишь меня? Потому что я не знаю, что думать. Дело давнее, друг. Я был в программе по защите свидетелей, я все еще в ней. Прекрасно. Просто замечательно. Простите, каюсь. Я совсем забыла правила хорошего тона. Аманда, рад тебя видеть. Я скучал по тебе. Где твой жирок? Кстати, классные новые сиськи. Джимми, ты ведь был похудее. Ладно, это не твоя вина. А ты кто такой? Намасте, я Фабиан. Боже правый. Good Lord. Where's Tracy? А я Трейси. Where's your sister, Jim? Где твоя сестра, Джим? Ну, она это... She's trying to get on TV. She's what? Что в нее? Кастинг шоу «Стыд или слава». «Стыд или слава»? Что это за хрень? Ну, это шоу, где люди демонстрируют свои таланты. Вы знаете, как она это любит. И какой у нее талант? Ну, танцы. Боже, она не танцует. Она же танцует, как корова. Майкл, она бы с тобой не согласилась. Черт, и где она сейчас? Сейчас-то где? Арена Мазбанк. Нельзя, чтобы нашу малышку Трейси унизили. Мы сберем ее. Поехали. Мы? Да, мы. А что лучше, болтать тут? Пока из твоей дочки делают посмешище для всей страны? Я и забыл какой-то говнюк. Ладно, поехали. Смотри-ка, за нашу семью переживает. Ай. Ну, поехали. А ствол-то у нас есть что? Есть стволы? А я не вижу. Что, общаются? Поехали. Да пошла ты в задницу, блин, кикимора, едет непонятно. Как. Я вот не вижу оружия, у меня что, есть, нету? Можно я протиснусь между ваших булок? Сейчас этот последний месяц, ребят, выполним, и на этом серию закончим. Так, едем на арену, да? Можно я тут парочку столбов собью? Так, здесь мы повернем налево. Вот мы поедем прямо. Да, чуть-чуть осталось 700 метров. Арена вот эта вот... Блин, я вот хочу, знаете, что найти?
этот как его. Короче, я так проеду. Этот хочу найти. Гроув Стрит. Вот он же недалеко от арены, правильно? Где-то вот здесь же вот получается. Здесь вот где-то. Не вот здесь ли вот прям вот Гроув Стрит? Фактически приехали. О, really, man? Really? What is? Money or a fight? What? What do you come here looking for? I came looking for you. And I found. Чё, я приехал, алё. Yes, you did. Come on, come on, come on. Чё мне по оружию? А, не, всё оружие есть, в принципе, то, что you я. Can't park there. Production Если нельзя парковаться, only. Только служебная машина. Запошёл ты в жопу. Ещё оружие есть. Come on. Шевелись, мешок дерьма. Host, man, like Черт, этот ведущий похож на... И рожь кисла, будто он лимон сожрал. Hello, sir, здравствуйте, man, я могу узнать ваши имена? Трейси Таунли, huh? Трейси Таунли. DeSanta, то есть Десанта. Где этот... Где, короче, они? Пожалуйста, потише, они тут проводят прослушивание. Очаровательно. Yeah, да. Really... Это было просто. Right. Мы продолжаем кастинг-шоу. 14 сезон, Вайвуд Сан Андреас. Следующая участница Трейси Де Санта. Уважаемый жюри, итак, Трейси. Yes. Да. Привет. Так вот, Трейси танцовщица, а еще она актриса и модель, и любит работать с детьми. Это так чудесно. Вы непредсказуемы, словно корзина с куклами, или радуга, или куча дерьма. А что это за клоуны? Это мой папа и... Тревор? Классно. Два папы, очень в духе. Что вы тут делаете? Ладно, ладно, я готова. Расслабься, чувствуйте себя как дома. Это всего лишь шоу. Это шоу «Стыд или слава» и Трейси Де Санта. Музыку. Господи. Она что, сняла эти? Скажи, на самое наилучшее пампчик. О, господи. Все, хватит. Надо будет это заблюдерить, ребята, если я не забуду. Охрана, охрана. Ты что-то вякнул? Не с места, не с места. Надо будет заблюдерить, это слишком неприлично, ребят. Трейси, иди домой. Догоните Лазло. Ой, извините, не туда, да? Блин, тут стекло, я извините, я не разбираюсь здесь стекла, где двери. Они взяли нашу машину, а мы возьмем их грузовик. Hey. Hey! Not my rig! Только не грузовик. We're running that prick down. А что нам нужно сделать? We gotta go to the left. А зачем мне именно на фуре ехать? Можно я фуру нахрен отцеплю, да, вот так вот, на... Ага. И всё. А мне чё надо сделать-то? Я так не догоню. It's only a battery car. Come on. Электромобиль. Да его хрен догонишь этот электромобиль. У него, видимо, батарейка заряжена на полную, ребят. Я без фуры даже не могу разогнаться, прикиньте. He took a lap. Козел. Да блин, охренеть, я на фуре за электрокаром, серьезно. Look at him. He's on the train tracks. We can have a little fun with it. But let's not try to kill this prick, all right? When we crush this трындец. Little toy car, who knows what'll happen? Я могу его убить, просто пострелять по нему и его убить. Я его догнать просто чисто физически не могу. Can we speed it up a little, huh? Maybe by throwing your fat carcass over the side.
Дурацкие вот эти погони не на тех машинах, на которых бы надо, да? Но это специально, конечно, я понимаю, сделано, чтобы миссия была подлиннее. Может, он куда-то врежется, потому что... У меня есть пистолет, я могу пострелять. Я не могу его догнать. Пошел ты в жопу, ты что бычишь на меня? I hate that closeted man whore on the TV. I hate him on the radio. I hate him even more. Не, видимо, здесь так запрограммировано. Да, он вообще ускорился. Смотри, как он погнал. Он вообще улетел куда-то. А, все. The little shit's all out of juice. А, жалко, я не смог задавить. Эй, парни. Что, батарейка села? Я не хотел ничего плохого, понимаете? Ага, я качал вот крошку на коленях, когда ей было 2 годика. И клялся перед Богом, что сдеру шкуру с любого гребаного урода, который хоть что-то с ней сделает. Послушайте, я обыкновенно знаменитость, я просто стараюсь развлекать Америку. Чувак, кроме того, что ты хочешь меня убить, у меня и так много проблем, поверь. Несколько человек судят со мной по делам о сексуальном домогательстве, у меня еще и зависимость, я сорвался, я постоянно драчу, знаешь, даже за рулем. А у тебя талант. Ну, то есть, помимо любви. Чувак, ну, не совсем, не в прямом смысле. У меня нет талантов. Но он что-то прибедняется, убедил. Это же твоя дочь. Ты же должен хотеть его грохнуть. А ты? Снимай штаны. Вот так. Отлично. Что ты делаешь? Теперь давай, сексуальная знаменитость, танцуй. Но мне нужна музыка. Ты чё, твоя мать, разозлить меня хочешь? Давай, танцуй. Давай. I want to see you get nice and low. Come on, lower, lower, come on. Пожалуйста, не убивайте меня. И на следующий день моя фотка должна выйти на обложку чего-то. Ладно, ладно, давай вставай, проваливай. Вали, я пока не придумал. Я все снял на камеру. Это увидит весь мир. Все, я домой. Как ты 9 лет без меня обходился? Дэйв, нужно поговорить. Я то же самое хотел сказать. Ладно. Встреть меня в обсерватории без промедления. Ладно. Выполнено. Стыд или слава? Так, Тревор, новый контакт. Убери нахрен, ты чудо снова. Я хотел вот так вот сделать. Стыд или этот... Так, в следующей серии, ребят, поедем в обсерваторию. В этой серии мы с тобой заканчиваем. Да, в этой серии мы с тобой заканчиваем. В следующей серии поедем в обсерваторию. Вот там что-то куда-то там. Тревор, там тоже есть какое-то задание у Тревора. Вот. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.